качество и безопасность продукции – два ключевых слова, которые являются визитной карточкой фабрики мясоделов. Предприятие молодое, 8 декабря исполнится лишь 2 года со дня открытия, однако уже успело высоко зарекомендовать себя на потребительском рынке Хакасии. Яркое подтверждение тому уже сформировавшаяся клиентская база. Главное, что привлекает каждого покупателя – это уверенность в том, что продукция на прилавках всегда свежая. Слово «качественный» означает, что продукция наша вырабатывается только из свежего охлажденного мяса, поставщиками которого является крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства Республики Хакасия. Также на предприятии ведется жесткий входной контроль мясного сырья. Безопасность его подтверждена ветеринарными документами и клеймом на каждой туше. Мясное сырье хранится в специальной камере при температуре от 0 до 2 градусов по Цельсию, затем поступает в производственный цех. Здесь на помощь работникам фабрики приходит автоматика. К примеру, эта установка помогает в считанные минуты изготавливать фарш. В данный момент мы заводим котлеты домашние, в которые входит свинина, говядина, молоко, специи, яйцо. Все продукты натуральные. А вот последующая лепка – котлет, мантов, пельменей, вареников – работа уже исключительно ручная, буквально ювелирная. Полуфабрикаты получаются как на подбор. Блинчики ничуть им не уступают. Пекутся, фаршируются и сразу попадают на прилавки фирменного магазина. Полуфабрикаты можно приобрести в охлажденном и замороженном виде. Свежее же мясо, свинину и говядину – исключительно охлажденное. Абсолютно на каждой этикетке строго указан состав, дата изготовления и сроки хранения продукции. Колбасы и копченые деликатесы – не исключение. Кстати, покупатели магазина мясоделов могут позволить себе приобрести колбасы буквально с пылу с жару. И это не шутка. Процесс изготовления идет вот как. Здесь сырой продукт помещают в оболочку, ее клипсуют. Спустя некоторое время колбасы направляют в термокамеру для варения и копчения. И вот готово. По цеху разносятся приятные ароматы. Покупатели уже ждут абсолютно свежую, натуральную продукцию.